К слову, нехарактерно теплыми, правда, снежными будут предстоящие выходные. Самые заметные осадки ожидают в субботу, 22 февраля. Столбик термометра покажет минус 2, минус 5 градусов. В праздничное воскресенье ночные температуры незначительно ниже, до минус 6, днем те же минус 2 и небольшие осадки. Сильных порывов ветра в конце недели не ожидается.